Так, всем привет тем, кто смотрит мой новый канал на YouTube. И сегодня у нас игра, которую я не показывал на своем старом канале. Это шутер аркадный по названию Charging Blast от компании Sims. А кто не знает компанию Sims, это было такое или до сих пор есть внутреннее подозрение компании Sega, которая отвечала за множество ихних хитов и так далее. Но поначалу, кстати, эта компания была как отдельная конторка, но потом ее поглотила компания Sega. Dreamcast. Так, тут у меня просто задохшая батарейка, поэтому 98 год навсегда, 27 ноября. Сразу игра загрузилась. I don't even remember when I was assigned to the squad. For the past few years, whenever a meteor comes down, they send one of us to check out the site. I don't care what the heck those things are or where they come from. The only thing that matters to me is that I do my job right. And my duty is to blast them. Я в этой игре не очень, поэтому поставлю на изи. Continue 3. Вибропэка у меня нет. Стерео, конечно. Side speed maximum. View type behind character. Yes.
же сцел, твою мать. Dodge them, dodge them. Oh. Thank you. Ах, ты дитя. Чёрт, это же Годзилла. Destroy the shield generator. The enemies are attacking. Dodge them. The enemies are attacking. Dodge them. Destroy the shield generator. Спасибо, капитан, очевидность. Shield generator.
Неужели? В принципе, я не сильно как бы долго собирался показывать геймплей. В принципе, относительно такая игра, как бы она одновременно быстрая, но из-за того, что геймпад на Dreamcast не очень, поэтому как-то вот так вот. Assigned to the squad. For the past few years, whenever a meteor comes down, they send one of us to check out the site. My duty is